Добрый день! Вы на моем канале Маргарита. Сегодня, девочки, я хотела поговорить о губных помадах, которыми я пользуюсь, и которые хочу просто вам порекомендовать. Мне нравится. Вот первая помада, девочки, я здесь написала название помад правильно, чтобы я правильно приносила, а то, ну, сами понимаете. Вот первая помада, вот эта вот. Буржуа Руж Эдишн. Вельвет, оттенок 09. Мне она очень нравится. Во-первых, она идет с аппликатором, во-первых, вот аппликатор. Вот. Сейчас я вам покажу сводч. Вот чем она мне, эта помада, нравится? Во-первых, мне нравится ее цвет. Он не ярко-красный, а такой, знаете, вот ближе к темно-розоватому. Он хорошо лежит на губах. И вот этот вот аппликатор хорошо подчеркивает губки. Вот понимаете, когда я крашу губы, все губки хорошо прокрашиваются. И форма губ красиво получается. Помада очень стойкая. Она матовая. На губах не растекается. И знаете, она очень долго держится. Ну, порядка 6 часов даже может держаться. И цвет очень красивый, такой бархатный кажется. Мне нравится очень. Я вот ее вам рекомендую. Вторая помада, вот тоже, что мне очень нравится она. Divash Endless Lasting Listing. Оттенок 02. Вот, кстати, эта помада на моих губах сейчас, посмотрите. Она очень нежная. Очень нежная. И смотрится красиво. Красиво смотрится. Вот давайте я сейчас тоже сводч сделаю. Вот посмотрите. Посмотрите, какая она красивая. Она нежная. Бархатистая. Без перламутра. И на губах она не чувствуется. Мне она очень нравится. И цвет такой, знаете, розовый, красивый, милый такой, даже можно сказать. Вот я вам рекомендую эту помадку, девочки. Третья помада. L'Oréal Color Rich. Color Rich. Оттенок 303. Эта помада, она с перламутром немножко. Она на губах так и ложится, очень мягкая. И немножко она как прозрачная, что ли. Вот посмотрите. Смотрите, какая она. Очень приятная тоже. На губах она хорошо лежит, не раздражает, не растекается. И довольно-таки долгое время она на губах держится. Вот, девушка, эта помада. Тоже я рекомендую. Ну и все, мои хорошенькие. Будьте красивыми. Красьте губки. До свидания.